Наша Земля чрезвычайно богата. Это факт. Как и тот, что мы нынче научились делать невероятно технологичные проекты. Кашкадарья, как пример. На этой неделе там запущен настоящий гигант. Завод «Узбекистан GTL». Глядишь на эту махину и трудно поверить, что всего несколько лет назад на ее месте была голая степь. А теперь вырос химический кластер. Глава государства держал процесс строительства комплекса под личным вниманием и контролем. Работа, которая не останавливалась даже в сложных условиях пандемии, сегодня знаменовалась запуском производства. Конечно же, лично присутствовал президент. Знакомился с технологическим процессом. Это уникальный проект и по вложенным деньгам, и по масштабу. Всего в нескольких странах мира есть подобные комплексы. Авиакеросин, дизельное топливо, нафта, сжиженный газ. Все это будет выпускаться здесь. Причем завод способен наращивать объемы производства той продукции, на которую больше всего поступит заказ. Как было раньше. Обнаружили месторождение, продаем. Теперь иначе. Мы перерабатываем, ищем новые запасы. Сами все можем, чтобы народу было выгоднее. А еще это экономичный проект. Сам себя обеспечивает электричеством. Может снабдить, кстати, и Шуртанский газохимический комплекс, и еще одно новое предприятие. GTL дружит с экологией. Здесь установлены такие технологии, которые на одной волне с чистым воздухом и со всеми необходимыми нормами. Самое масштабное строительство в СНГ за последние десятилетия. Мегапроект современности. Экологическое производство. Смелые инженерные решения и передовые технологии. Все это GTL Узбекистан. Город, возведенный в пустыне, это выражение обычно используется по отношению к городу Дубай. Но сейчас этот термин вполне применим здесь, у нас. Кашкадаринская область, Гузарский район. Локация выбрана не случайно. Рядом с заводом находится Шуртанский газохимический комплекс. И оттуда как раз-таки поступает основное сырье – метановый газ. Это очень масштабный проект. Очень большая сумма была вовлечена – 3,6 миллиарда. Ну, говоря о таких масштабах, конечно, без поддержки президента Узбекистана, я думаю, он на самом деле герой, потому что это была его инициатива запустить такой завод, запустить такой проект, реализовать в Узбекистане. Вот 5 лет назад здесь было просто степь, пустыня, ничего тут такого здесь не было. И если бы вы спросили меня 5 лет назад, Насыр, ты веришь, что такой завод здесь построится? Я бы не поверил вам, честно говоря. Но сегодня мы были очевидцы. Много кто бы не поверил. Да. Вот, и сегодня мы с вами вот были очевидцами, да, начала пуска завода, правильно? Да. Первый этап, вот наш президент уважаемый приехал и начал, дал старт пусковым работам. Первый главный герой здесь, президент Узбекистана, без никаких либо сомнений, потому что он привлек такую большую, огромную инвестицию. Его инициатива была реализовать такой огромный проект, который считается четвертым в мире. Это реально уникальный проект. В Центральной Азии такого проекта нет. Инициатор мегапроекта – президент Республики Узбекистан. Его реализация означает развитие нефтегазовой отрасли, гармонирует с мировыми тенденциями. Стартом проекта послужил соответствующий документ, принятый главой государства в конце 2016 года. Цель – замена экспорта газа как дешевого сырья и создание продукции с высокой добавленной стоимостью путем глубокой переработки углеводорода. Создание на основе отечественного природного газа такой продукции позволит не только обеспечить потребности страны, но и значительно увеличить поступление валюты в Узбекистан по сравнению с сырьевым экспортом. Доход от производства и реализации GTL продукции минимум в 2,5 раза превышает доход при экспорте сырьевого газа. Рентабельность. Смотрите, просто приведу обычные цифры, чтобы всем было понятно. Если мы были, мы продавали обычный природный газ в сыром виде, и то, что GTL нам дает, то есть мы готовые нефтепродукты, высококачественные, продаем в качестве нефтепродуктов уже готовых. То есть мы дополнительно получаем ежегодно около 600 миллионов долларов дополнительной прибыли из-за данного проекта. А стоимость проекта 3,6 миллиарда долларов. Ну, вам уже, наверное, уже понятно, как это быстро окупается. Президент взял под карандаш абсолютно каждый этап реализации. Шавкат Мирзиёев посетил объект в феврале 2017 года, когда прозвучали важнейшие указания и рекомендации по качественному и своевременному выполнению всех мероприятий. И в скором времени здесь были осуществлены сложнейшие логистические операции. К примеру, привезены такие виды оборудования, как установка по производству водорода, станция очистки технической воды, технологическое устройство отделения тяжелых фракций и не только.
Вот оно. Нам предоставили уникальную возможность посмотреть на работу сердца завода, то есть на реакторы Фишера и Тропса. А буквально 20 метров от меня они находятся. И главная функция — это переработать метан, который поступает буквально с километров отсюда, с Шуйтанского газохимического комплекса. И путем переработки газа у нас получается синтетическое топливо. И несмотря на то, что эти реакторы были изобретены очень давно, она остается актуальной по сей день. А мы сейчас узнаем, почему это происходит. Есть страны, которые богаты природным газом, есть страны, которые богаты нефтью. Наша страна богата с природным газом. Данный проект может быть решением в данном случае. То есть наш природный газ мы можем превратить в синтетическую нефть и получать высококачественные нефтепродукты. По сосовским технологиям, это, если это считать уже третьим отделением, можно третье поколение назвать, потому что в каждом поколении, в каждом заводе идет определенная модернизация этого реактора. Есть какие-то принципиальные отличия от других реакторов? Да, есть. Отличается тем, что здесь впервые применяется система онлайн-загрузки и отгрузки катализатора. Внутри Fischer-Tropsch реактора у нас катализатор в жидком виде находится. Вот. В других заводах, как реактор заполняется, когда катализатор свою активность теряет, они вынуждены освободить реактор, жидкий катализатор, и также остановить завод. Но в нашем случае это не так. В нашем случае, даже если спустя год наш катализатор теряет активность, то есть мы можем ее загружать, свежий катализатор, и отгружать старый катализатор. Это нам дает еще год без остановки работы. В временном отрезке это дополнительный месяц. Месяц работы, это, если говорить о деньгах, сколько нам это обойдется, около 80 миллионов долларов. Несмотря на определенные трудности в период пандемии, реализация проекта не останавливалась ни на секунду. Работа кипит. Днем и ночью здесь трудились словно муравьи порядка 13 тысяч специалистов. У каждого своя задача, но цель общая – успешно выполнить пусконаладочные работы. Впрочем, несмотря на 50-градусную жару летом и холода зимой, завод готов к запуску. 25 декабря 2021 года. Официальный запуск проекта GTL по производству синтетического топлива в Кашкадаре. Главный участник церемонии – президент Республики Узбекистан. Под вниманием был каждый объект и деталь. Руководитель отрасли знакомит его с проектом комплекса. Енді бу кархананы ішіләшім, яңгі Узбекистанды білім немадыгенны, талым немадыгенны, яккал дәлелі. Функционирование этого предприятия – яркое свидетельство того, что значит наука, знания в новом Узбекистане. Значение таких заводов во всем мире, по моим подсчетам, в ближайшие 15 лет возрастет не в 2 раза, а в 4 раза. Природные богатства, которыми наделил Всевышний нашу землю, они могут приносить пользу в плане повышения доходов на душу населения. Создание новых школ, дорог, пользу медицины, цене, молодежи, ветеранам. Опыта не было 5 лет назад и 4 года назад не было. Почему сейчас есть опыт? Потому что Узбекистан открыт. В течение года, снижая кредит, полученный под гарантию государства, создавая дополнительные новые предприятия, они должны знать, что мир открыт для Узбекистана. Мощные цифры. 725 тысяч тонн дизеля в год, 437 тысяч тонн нафты, 307 тысяч авиакеросина. Когда у меня бывает свободное время от работы, я очень много наблюдаю за энергетическими экспертами международными. Там не только речь идет об Узбекистане, во всем мировой экономике, да, как эта вот энергетическая политика мира влияет на разные страны. В том числе, конечно, меня интересовал вопрос, вот эти независимые эксперты, как они думают о политике Узбекистана, как мы ведем энергетический, да, политику. Вот. И, кстати, меня очень обрадовало, потому что независимые эксперты очень положительно высказались. Они сказали, они очень положительно высказались того, что мы перестаем передавать сырые продукты, как природный газ, и мы начали глубокую переработку природного газа и получать новые продукты высокой добавленной стоимостью. Да? Узбекистан может служить примером для многих стран, которые богаты природным газом. То есть наша энергетическая политика им очень понравилась. Говоря об инновационности проекта, необходимо подчеркнуть энергосбережение, а точнее, за счет пара, образующейся в технологических процессах, ежегодно будет вырабатываться 650 миллионов киловатт-час электроэнергии. Таким образом, завод сможет обеспечивать свои потребности в электроэнергии. Не круто ли? Информационные технологии – это требование времени. В этом велика роль IT-парков. В ходе визита президент провел беседу с представителями СМИ и отметил о важности внедрения IT-парков в нашу жизнь. IT-парклары. Узбекистан тарихыда, бірінші матта, 40 миллион доллар экспорт болды. Узбекистан тарихыда.
IT-парки впервые в истории Узбекистана обеспечили экспорт на 40 миллионов долларов. В истории Узбекистана в 2022 году будет 100 миллионов долларов. Впервые создано 100 IT-школ. Они переданы в Министерство информационных технологий. Мы должны изменить их мировоззрение. Что такое экспорт на 40 миллионов долларов? Это мы экспортируем знания, как наш предок Аль-Хоразми. Представьте, если мы до 2025 года доведем до 500 миллионов долларов. Если эти IT-парки реально заработают и сделают экспорт на 1 миллиард долларов, представьте, они станут огромными компаниями. Простые ребята. Это будет нашим золотым фондом. Где бы они ни были, все равно дадут результат. Таких предприятий будет много, потому что сам Всевышний наделил нас богатством, которым мы честно и правильно должны распорядиться. Вот тогда люди будут довольны. Худо берген юрт болос. Худо берген. Лекин муну халал пак халкка тахсинлаб бериш керек у мулькти. Ана шунда адамлар рози болот. Президент с большим интересом наблюдал за результатами масштабного строительства, душевные разговоры с молодыми специалистами. Его в основном интересовали созданные здесь условия, размеры заработных плат, где было сказано, что молодой начинающий специалист получает здесь минимум 15 миллионов сумов, а опытные инженеры, которым даже нет 30, здесь зарабатывают порядка 4 тысяч долларов в месяц. Аллам барсларды курганымнан курсанман, байрамлар билан табриклайман. Рахмат. Шундай бир катта. Yangi O'zbekistonda yangi korxonalarda mana sizlarga o'xshagan fidoyi, zabardast, ertangi kunga befarq bo'lmagan o'zlaringni qiynab. Прежде всего, рад видеть вас. Поздравляю с праздником. Вы работаете на таком современном, новом предприятии нового Узбекистана. Прошли обучение, повысили свои знания, изучили языки, повысили свой опыт в зарубежных странах. Никогда не забывайте об одном. Я всегда говорю об образовании. У человека можно все отнять, но ваше ремесло, ваши знания никто у вас не отнимет. Это ваше самое большое богатство. Но оно каждый день должно обогащаться. Каждый день надо больше работать над собой. Я сейчас беседовал с оператором. Она приехала из Каракалпакстана. Честно спросил про ее зарплату. Она ответила 15 миллионов сумов. Это правда? Да, правда. И у вас такая же? Даже больше. Я в центральной лаборатории работаю обычным лаборантом. Прежде всего, благодарна вам за создание таких возможностей и за доверие нам, узбекским девушкам. Я своими знаниями буду вносить свой вклад в развитие нового Узбекистана. Вы сами с какого района? С Гузарского района Кашкадари. Это хорошо. Живете недалеко? Дом рядом. Автобус забирает возле дома. Есть трехразовое питание. Обратно автобус отвозит. Такие условия для меня огромное счастье. Пусть это счастье всегда будет у вас. Пусть исполнятся ваши мечты. Пусть это стремление не угасает у вас никогда. Вот тогда будет победа. Будьте здоровы. Наши вот юные специалисты, вот если обратите внимание, больше 90% наших инженеров, они молодые ребята. То есть для такой сложной технологии, во-первых, требуется очень сильные знания, очень большой опыт требуется. У нас была задача какова? У нас есть короткий срок, мы все молодые инженеры, нам доверили, да, вот президент сам нам доверил вот такой завод запустить, да. Ну, вот это доверие у нас вдохновляло всегда. И у нас были очень много возможностей. Все условия были созданы. Например, мне 29 лет, но я очень много стран, да, иностранных стран я увидел там. Я был вот в Корее, Японии, Катаре, европейских странах. Изучали, конечно. Мы туда ездили, там нас ожидали очень высококвалифицированные инженера, которые имеют очень многолетний опыт. Мы с ними работали и импортировали их незнания, грубо говоря. И мы все это изучая, и здесь мы в практике применяли. То есть это давало нам возможность сразу изучать и практиковаться. Еще одна уникальная опция завода – это обучающий симуляционный центр для будущих специалистов. Отрадно и то, что более 90% специалистов – это наши ребята. Также имеем возможность делать симуляцию различного рода ситуаций, внештатных ситуаций. И это дает возможность также проверять
их знания будущих специалистов, будущих инженеров, которые будут сидеть за пультом управления самого завода, насколько они готовы к таким изменениям и как быстро они правильно реагируют ли, как быстро они исправляют эти аварийные ситуации. И, конечно же, это позволяет оценить их готовность к работе на самом пульте управления завода, потому что технологический процесс очень тяжелый, очень трудоемкий, очень сложный процесс. И каждое изменение процесса, каждое изменение производственных процессов, изменение режима очень может сильно влиять на конечную продукцию, что мы не можем допустить, потому что конечная продукция она должна быть на самом высшем уровне. Если начнем с отбора кадров, у нас это очень многоступенчатый этап. Они сдают очень теоретические знания, да, проверять, практические знания. Если они все эти этапы тестирования проходят, мы их отправляем сначала существующий завод Узбекистана, например, Бухарский нефтеперерабатывающий завод, да? Вот соседи у нас Шутанский газохимический комплекс есть. Туда отправляем, чтобы они поняли суть технологии, как это все оборудование работает. Да, у них технология немножко иная, но оборудование очень схожее. То есть функции выполняют, подобные функции они тоже выполняют. После этих практических знаний они приезжают сюда и дальше свои практические и теоретические знания улучшают. Мы можем сказать, что наши специалисты, именно отечественные, могут где-то еще построить подобное? И есть ли у нас потенциал для этого? Да, конечно. Я в этом вообще не сомневаюсь, потому что уже на практике были такие моменты. Вот, надо подчеркнуть этот момент, я думаю, во время пандемии, как я раньше сказал, иностранные специалисты не смогли приехать на этот проект. Что нам помогло на данном этапе? Многие специалисты у нас, они работали уже иностранными специалистами, выезжали за границу, посещали подобный GTL-завод, Орекс GTL, это в Катаре находится, я в том числе там был, мы там месяцами работали. То есть вы целенаправленно ехали, чтобы изучить их опыт? Конечно, конечно. Вот у них были вот, они больше 10 лет работают, эксплуатируется завод, мы вот в течение 10 лет изучили, какие у них проблемы были технологические. Все это учли и изучили, какие, почему, из чего исходила и такая проблема, да? И сравнили с нашим проектом. У нас повторяются ли такие ошибки? Uh-huh. Были такие моменты, когда повторялись эти ошибки, но у нас был шанс его улучшить. То есть во время проектирования мы уже учли эти ошибки, во время строительства модернизировали. И сейчас я уверенно могу сказать, что наш завод самый надежный среди технологий вот этих GTL во всем мире. Президент также осмотрел современную лабораторию комплекса и установку по переработке технической воды. Я хочу обратить ваше внимание, да, на нашем заводе будут производиться еще другие продукты. Здесь у нас сжиженный газ, ну, вам известно, что мы его не можем сопоставить. Следующая фракция у нас синтетическая нафта, она тоже прозрачная. И есть синтетический авиакеросин, тоже такое же состояние. Теперь остановимся на различии наших дизелей. Этот бухарский традиционный дизель, который производится у нас в Бухаре, Евро-5. И есть наш синтетический дизель, который производится будет у нас в Узбекистане GTL. Здесь, допустим, его 10 ppm, не более. А у нас его нету. Почему? Если у нас будет продукты существовать, если будет сера, оно просто убьет наш катализатор. Есть соединение, азотное соединение. У нас азотных соединений на 50% меньше, чем в традиционном дизеле. Это доказано, это есть научная работа. Есть еще один показатель. У нас есть эксперимент, когда мы подожгли оба дизеля. Этот дизель, он сгорает, но от него остается черный дым. А у нас он горит прозрачно. И это значит, что углеводород, он полностью сгорает, никаких копоти нету. Здесь есть ароматические соединения. У нас ароматические соединения меньше единицы. В ppm-ах однозначно. И если мы возьмем, например, здесь по плотности 0,83, 0,83,5, да, например, а у нас 777. Если мы возьмем в тоннажном соотношении, здесь литража будет больше. И само собой здесь будет энергии больше. Потому что этого топлива будет много, например, тонн 300, а здесь будет тонн 200, и у нас будет 100 литров плюса. И, само собой, энергии тоже будет больше.
Затем глава государства принял участие в торжественной церемонии запуска завода GTL Узбекистан. В своем выступлении президент остановился на значимости этого мегакомплекса в реализации нового этапа реформ в экономике, повышении благополучия и достатка народа, и в особенности в трудоустройстве населения. Албатта, бундай улькан маджмуаның курылышы кейінгі иллерді мамлекетімізді санаат рваджыны янгі баскышкет алып чықыш бойыча амалга ашлеткен ислахатларымыз. Разумеется, будет справедливо сказать, что строительство такого колоссального комплекса является результатом проводимых в последние годы в стране реформ по выводу на новый этап развития промышленности. На заводе установлено свыше 10 тысяч единиц оборудования, выпущенного почти 130 ведущими предприятиями 24 государств, таких как Япония, Корея, Сингапур, США, Германия, Италия, Великобритания, Россия, Китай. Получено 140 международных лицензий и патентов на технологические решения, оборудование и производственные процессы. Следует особо отметить, что большая их часть не имеет аналогов в мире. Данный завод является крупнейшим предприятием нефтегазохимической промышленности не только в нашей стране, но и во всем регионе. Такие комплексы – яркое проявление мощного экономического потенциала нового Узбекистана. Здесь ежегодно будет перерабатываться 3,6 миллиарда кубометров природного газа и производиться 1,5 миллиона тонн жидкого топлива стоимостью свыше 1 миллиарда долларов. В частности, 307 тысяч тонн авиакеросина, 724 тысячи тонн дизельного топлива, 437 тысяч тонн нафты, 53 тысячи тонн сжиженного газа. Бердаги шу маджмуаны яна бир устунлиги бар. Бу устунлик шундан ибаратки, биз базарга карап. Есть еще одно преимущество у этого комплекса. Преимущество в том, что мы, исходя из рынка, исходя из цен на рынке, допустим, если стоимость керосина высокая, мы можем увеличить его выпуск. Если на рынке высокая цена у дизельного топлива, то есть такая возможность у комплекса, чтобы, исходя из рынка, производить нужную продукцию. Не как раньше, когда выпускалась одна и та же продукция. Здесь будет производиться качественная, экспортная, конкурентоспособная продукция, которая востребована на рынке. Если будет нужно, то увеличим и производство нафты. Это самый инновационный проект в мире. За счет выпуска этой продукции импортозамещение составит 500 миллионов долларов в год. Вы знаете, Узбекистан импортирует нефтепродукты чуть более чем на 1 миллиард долларов. Этот комплекс будет замещать импорт на 500 миллионов долларов. Представьте, какую выгоду это принесет нашей экономике. Будут обеспечены экспорт на 200 миллионов долларов и налоговые поступления в бюджет на 2 триллиона сумов. Еще один важный момент. В энергоснабжении завода тоже применены инновационные решения. Такое инновационное решение впервые используется у нас в Узбекистане. То есть за счет пара, образующегося в технологических процессах, ежегодно будет производиться 650 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Таким образом, завод сам сможет обеспечивать свои потребности в электроэнергии, а также будет обеспечивать население Гузарского района и второе предприятие, куда мы закладываем сегодня первый камень. Представьте, сколько электроэнергии мы экономим и отдаем населению Кашкадари. Для развития субъекта предпринимательства это окажет свое влияние. Производственный процесс на предприятии полностью автоматизирован. Я беседовал с молодежью Кашкадари и еще раз убедился в том, что насколько правильный выбранный нами путь. Не случайно мы говорим об образовании, о знаниях. Вы знаете, как бьется сердце у этой молодежи. Они говорят, что мы готовы работать, господин президент. Постройте нам еще такие предприятия. Я спросил про зарплату. Ответили, что получают как минимум 15 миллионов сумов. Мындака карханалар куруп бер бизге. Мен айттым, кана фарзантым, сан неч бул айлык алыпсан? Росын айткым мен кетсем, кемеде 15 миллион сум айлык алыпам деди. GTL заводы маслотларын хамаша сифатта пайдаланган халда, яна да юкары кошулган кыйматлы яңгы турдаги маслотлар ишлеп чыгарышны көпайтырыш бойынша хам режаларымыз бар. Мы планируем, используя в качестве сырья продукцию завода Узбекистан GTL, увеличивать выпуск других новых видов продукции с более высокой добавленной стоимостью. В частности, на базе завода будет реализовано 6 проектов стоимостью 620 миллионов долларов по производству таких продуктов, как алкилбензол, бутеногексен, синтетические масла, малиновый ангидрид, эмульсионные добавки, катализаторы. В свою очередь, подобные полуфабрикаты широко используются в химической отрасли, производстве бытовой химии, мебели, строительстве.
строительных материалов и электротехники, текстильной и кожевенной промышленности. Еще один важный аспект – продукция завода полностью отвечает самым высоким международным экологическим требованиям, нормам и стандартам. Его запуск станет очередным серьезным шагом в формировании в стране зеленой экономики. При использовании GTL-топлива выбросов вредных веществ будет на 40% меньше, чем при использовании традиционного топлива. Это позволит предотвратить выброс в атмосферу 13,5 тысяч тонн. Обратите внимание, 13,5 тысяч тонн вредных веществ ежегодно. Таких показателей нет ни в одном другом заводе в мире. Потому что он современный, потому что мы, как бы ни было сложно, привезли оборудование от самых развитых стран. В период пандемии весь мир был закрыт. Специалисты не смогли приехать. Как бы ни было сложно, отправляя самолеты, сколько бы тонн ни весило оборудование, мы привезли. Поэтому, если в будущем мы не станем соответствовать экологическим требованиям, наша продукция не сможет быть конкурентоспособной. Весь мир ставит ребром такие вопросы. Для нас еще одна чрезвычайно важная сторона в том, что с запуском завода 1300 специалистов будут обеспечены постоянной высокооплачиваемой работой. Еще одно, что меня порадовало, это порядка 80% специалистов, участвовавших в строительстве завода, это наши местные кадры, в том числе стремящиеся работать по-новому, полной сил и энергии молодежь. Увидев в них уверенность в будущем, я набрался сил. Еще раз убедился в том, что наш путь правильный. Особенно значимо, что строительство завода стало основой для подготовки кадров нового поколения, дало возможность освоить им самые передовые технологии. Когда впервые мы сюда приехали, тут была степь. Ничего не было. Сложнейшие технологические процессы реализовали наши же ребята. Я верю, мы еще в Каракалпакстане, в Бухаре реализуем масштабные проекты по созданию кластеров в нефти, газа, химии. Я верю в то, что эти инженеры в будущем станут нашим золотым фондом. Бу мухандислар келечекте алтын фондымызга айланады деп албатта ишанамам мен. Біз GTL лайхасыны башлаганымызда, мен сіздерге расын айтамын. Көпчілік бұны уддалашымызге шубқа қылуды. Когда мы начинали проект GTL, скажу вам правду, многие сомневались в том, что мы справимся. Говорили, что в Узбекистане еще к этому не готовы. В открытую говорили, что такую высокотехнологичную работу мы не сможем сделать. Но мы сильным старанием и самоотверженным трудом все вместе прошли через сложные испытания и смогли создать современный высокотехнологичный комплекс. Мы можем этим гордиться. Исторические минуты. Они вписаны золотыми буквами в летопись страны. Дан старт заводу GTL Узбекистан. Высокие темпы экономического развития страны создадут возможность для эффективного использования возможностей Шуртанского газохимического комплекса. По инициативе президента начинается реализация еще одного проекта, который расширит производственные мощности Шуртанского газохимического комплекса. За счет деятельности двух предприятий будет заложен первый крупный газохимический кластер в стране. Барчамызге
Шуртан Газхимия Маджмуаса. Всем нам хорошо известно, Шуртанский газохимический комплекс – это первое в нашей стране нефтехимическое предприятие. Оно действует уже 20 лет. Пользуясь случаем, искренне от всего сердца поздравляю с этой знаменательной датой и выражаю самые добрые пожелания 4000-му коллективу Шуртанского газохимического комплекса, который своим самоотверженным трудом вносит достойный вклад в укрепление экономической независимости Родины. Выражаю им особую благодарность, потому что это была наша первая ласточка. Время стремительно проходит. 20 лет прошло. Ushbu majmuada o'tgan 20 yil davomida 78 milliard metr kub gaz qayta ishlanib, 2,4 million tonna polietilen. В этом комплексе за 20 лет было переработано 78 миллиардов кубометров газа, выпущено 2,4 миллиона тонн полиэтилена, 4 миллиона тонн сжиженного газа и конденсата. Промышленным предприятиям республики поставлено 1,6 миллиона тонн полиэтилена. Его импорт сокращен почти на 2 миллиарда долларов. Это большая цифра. В то же время экспортировано 800 тысяч тонн полиэтилена на 900 миллионов долларов. В целом Шуртанский газохимический комплекс послужил основой для развития в стране производства газохимической и полимерной продукции, организации тысяч малых промышленных предприятий. Сегодня мы с вами дадим старт строительству еще одного нового комплекса, который позволит в 3 раза увеличить производственные мощности Шуртанского газохимического комплекса. Это тоже историческое событие. На новом предприятии за счет переработки 430 тысяч тонн нафты, выпускаемой на заводе «Узбекистан GTL», в год, представьте себе, будет изготавливаться 380 тысяч тонн полиэтилена и полипропилена. В результате будет создано еще около 1000 рабочих мест, выпущена дополнительная продукция на 550 миллионов долларов. В свою очередь, ее дальнейшая глубокая переработка позволит производить вдвое больше потребительских товаров. Так, из полимеров общей стоимостью 100 миллионов долларов дополнительно будет получено востребованной продукции на 200 миллионов долларов в год в таких отраслях, как электротехника, производство строительных материалов, автомобильная промышленность и других. Также расширится ассортимент выпускаемых пластмассовых изделий, фасовочной продукции, труб для водоснабжения. Это послужит основой для создания не менее 1200 новых частных предприятий по производству данной продукции и организации еще 14 тысяч рабочих мест. Стоимость нового проекта составляет 1,8 миллиарда долларов. Для его финансирования будут привлечены средства российского Газпромбанка, европейских банков Deutsche Bank и Ландесбанка, Государственного банка развития Китая и других. За счет этих двух новых заводов в рамках Шуртанского комплекса мы, я это хочу сказать кашкадаринцам, создадим первый в республике крупный газохимический кластер. Объемы производства в этом кластере будут доведены с нынешних 290 миллионов долларов до 1,8 миллиарда долларов в 2025 году, или возрастут 6 раз. GTL заводы ва янги курулатган Majmua hisobidan yurtimizdagi tabiiy gazni chuqur qayta ishlash darajasi qariyb 2 baravarga oshib. Запуском завода «Узбекистан GTL» и планируемого к строительству еще одного предприятия уровень глубокой переработки природного газа в стране возрастет почти в 2 раза и достигнет 14% против нынешних 8%. Представьте, если бы мы 20 лет назад правильно планировали бы газ, то сколько дополнительных рабочих мест было бы создано. Но не было такого. И сейчас мы наметили большую планку. Это непростая цифра. Для переработки газа нужна технология, знания, инновации, молодежь. Надо, чтобы поверили. Нужно работать на результат. Поэтому, я думаю, мы никогда не остановим начатую работу. В Новае я говорил, что по нефтехимии мы откроем 5 кластеров в ближайшие 5 лет. Есть план, есть возможности. Мы многому теперь научились. Всевышний помогает тому, кто старается, тому народу, который усердно работает, тому, кто поставил цель создать благополучную жизнь. Тех, кто работает во имя чести и достоинства человека, чтобы люди были довольны. Таким помогает Всевышний. Xalqni rozi qilish bo'yicha harakat qilganimizda Xudo taolo ham albatta madadkor bo'ladi.
GTL заводы ва Шортан газ химия мажмуасыны кенгейтириш бойча лайхалар Yangi O'zbekistondagi yangi sanoat davrini yaratish yo'lidagi ilk yirik qadamlarimizdan biridir. Проекты строительства завода «Узбекистан GTL» и расширения Шуртанского газохимического комплекса – это важный этап формирования новой промышленной эпохи нового Узбекистана. Убежден, что вместе с вами мы успешно реализуем еще много крупных проектов, которые станут большим вкладом в развитие национальной экономики, укрепление ее конкурентоспособности. Как бы ни было сложно, мы научились работать и жить, ставя перед собой высокие рубежи, стремясь вывести нашу страну в ряд развитых государств и обеспечить нашему народу достойный уровень жизни. Успешно преодолевая все трудности, овладевая новыми знаниями и технологиями, мы вместе, объединившись, безусловно, достигнем своих великих целей. В эти радостные мгновения, в преддверии Нового года, хочу с глубоким уважением поклониться нашему трудолюбивому, мужественному и благородному народу, созидателю всех наших достижений, самоотверженным и преданным своей профессии рабочим и специалистам отрасли промышленности. Рахмат демокчиман. И еще одно важное событие подчеркнуло историческую значимость момента. Jonajon vatanimiz tarixi zarvaraqlariga munosib tarzda yana bir yangi sahifa ochilmoqda. Shortan gaz kimyo majmuasi o'tgan 20 yil davomida yurtimiz rivojiga bemisil xizmat qildi. Albatta, Shortan gaz kimyo majmuasining yangi O'zbekiston marralariga mos, yangi maqsadlar sari o'sish va yuksalish vaqti keldi. Davlat rahbarining zavodni kengaytirish loyihasi Bu keng qamrovli istiqbolli rejadir. U O'zbekiston va jahon bozorini yuqori sifatli va ekologik jihatdan xavfsiz mahsulotlar bilan ta'minlaydi. O'zbekiston GTL zavodi bilan yaqin va keng qamrovli hamkorlikni samarali yo'lga qo'yib, mamlakat salohiyatini butun dunyoga ko'rsata oladi. Yangi majmua yiliga 430 ming tonna sintetik naftani qayta ishlash quvvatiga ega bo'ladi. Uning imkoniyatlarini kengaytirish natijasida qo'shimcha 280 ming tonna polietilen ishlab chiqarish quvvatlari yaratilib, mavjud quvvat 2 barobar oshadi. Shuningdek, korxona yiliga 100 ming tonna polipropilen va 50 ming tonna pirolis distillatini ishlab chiqarishni boshlaydi. Majmua to'liq quvvat bilan ishlashni boshlagach, yiliga 550 million dollarlik daromadga, shuningdek importni 150 million dollar miqdorida kamaytirishga erishadi. Shortan gaz kimyo majmuasi bazasida O'zbekistonning yangi avlodiga minglab yangi ish o'rni yaratiladi. Kelajagi porloq va yoshlari baxtiyor yashashga munosib xalqmiz. Birinchi gaz kimyo klasteri farovonligimiz yo'lidir.
Yetakchilik yo'lchi yulduzimiz. Mehnat sevarlik esa hamrohimiz. Ana shu buyuk va qudratli xalqimizga xos bo'lgan aql-idrok va shijoat bilan yangi O'zbekistonimiz albatta yuksalib boraveradi. Hurmatli xonimlar va janoblar, endi esa O'zbekiston Respublikasi prezidenti, hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni Sho'rtan gaz kimyo majmuasining ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish loyihasi bo'yicha qurilish boshlash uchun tamal toshini qo'yishga taklif etamiz. Ruxsatingiz bilan xatning mazmuni bilan tanishtirib o'tsak, unda quyidagi satrlar bitilgan. O'zbekiston Respublikasida gaz kimyo sanoati taraqqiyotining mutlaqo yangi davrini boshlash, sohada yuqori qo'shilgan qiymatli hamda import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish hajmlarini oshirish, tabiiy resurslardan yuqori samara bilan foydalanishni ta'minlash maqsadida Qashqadaryo viloyatida yangidan barpo etilgan GTL zavodi bilan Sho'rtan gaz kimyo majmuasining ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish orqali yagona klaster tashkil etish loyihasi doirasida yiliga qo'shimcha 280 ming tonna polietilen, 100 ming tonna polipropilen va 50 ming tonna piroliz distillati ishlab chiqaradigan yangi gaz kimyo majmuasini barpo etishga qaror qildik. Bugun 2021 yil 25 dekabr kuni nafaqat Qashqadaryo viloyati, balki butun mamlakatimiz sanoatini boshqa ulkan hissa qo'shadigan ushbu muhim yangi loyiha qurilish boshlanishiga keng jamoatchilik bilan birgalikda tamal toshi qo'ydik. Shaqqatlarga to'la bo'lib tuyulishi mumkin. Ammo faqatgina g'alabaga ishonganlargina yorug' manzillarga olib boradi. Aynan ular kelgusi avlodlarga munosib muvaffaqiyat hikoyalarini yozib qoldira oladilar. Zero O'zbekiston o'zining oltin kelajagi sari parvoz qilmoqda. Ushbu muvaffaqiyatlarga shaxsan o'zlarining rahnamoligi va cheksiz amaliy ko'maklari bilan doimo bosh-qosh bo'lgan muhtaram prezidentimizga xalqimiz nomidan chuqur tashakkurimizni bildiramiz.